Избирательные участки откроют свои двери для нижнекамцев в 7 утра и продолжат работу до 8 вечера. 81 участок в городе и 33 в районе. В Нижнекамске правом голоса на этих выборах обладает более 173 тысяч человек. В деревнях и селах почти 30 тысяч. Ну, я уже сколько лет ходила и хожу. Обязанность, долг такой наш, должны выбрать нашего президента. Каждый голос, я думаю, что важен для каждого. Я призываю всех, чтобы все пришли, проголосовали. Наше будущее зависит от нас. Обязательно пойду, потому что это нужно, важно, как бы для меня и для всех. Тех, кто впервые придет отдать свой голос в Нижнекамске, более 2000. На избирательном участке каждого, кто первый раз будет голосовать, ждут приятные сюрпризы. Но люди с ограниченными возможностями могут проголосовать на всех избирательных участках. Тех же, кто не в состоянии явиться на выборы самостоятельно, могут отдать свой голос на дому. 13 сентября на территории Камских полян будут работать 5 избирательных участков. По 2 в школах номер 1 и 2 и 1 в культурном центре Чулман-Су. На всех избирательных участках в день голосования 13 сентября организуют праздничную торговлю. Каждый час в эфир с прямыми включениями из разных точек города и района будут выходить корреспонденты НТР. Как проходят выборы, чем удивляют избирателей и какое настроение царит на избирательных участках, расскажут и в эфире радио ДФМ. 13 сентября мы в течение всего дня будем выходить в эфир с новостями с избирательных участков. Наши выпуски новостей будут транслироваться на ДФМ Нижнекамск с 8.50 до 19.50. Кроме этого, в течение дня в наших программах, в наших больших часовых эфирах, корреспонденты НТР будут выходить с нами на прямую связь и будут рассказывать о том, что происходит на избирательных участках. Последние данные о голосовании можно будет узнать из бегущей строки. Итоги важного для республики дня подведут посредством телемоста, который объединит несколько городов Татарстана. Журналисты НТР расскажут, как выборы прошли в Нижнекамске. 13 сентября мы с моим коллегой Вадимом Струминским будем общаться через телемост с казанскими журналистами. Будем говорить о том, как прошли выборы в Нижнекамске. Для нас это большой опыт, поэтому мы сейчас усиленно к этому готовимся. Все это пройдет параллельно с большими праздничными мероприятиями в парке нефтехимиков. Игровая, спортивная программа и концерт самодеятельных и профессиональных коллективов ждут горожан. Кроме того, в день выборов подведут итоги конкурса «Город мой, ты один такой». Больше 500 фотографий с видами Нижнекамска прислали горожане. Оглашение итогов конкурса и награждение победителей состоится 13 сентября в парке нефтехимиков. И еще один приятный сюрприз. Звезды российской эстрады поздравят нижнекамцев. В 20.00 любимые хиты исполнят Доминик Джокер и группа «Бандерас». Яна Чупахина, Ренат Харасов, новости НТР.